тоже вам не показать. Время 11 час. Уже свет выключили в вагоне. Спать пора. Вы посмотрите. Так вот. Вот где еще такое увидите, девчонки? И вот мы едем, едем, а оно вот так. Смотрите, какие облака. Ночь на дворе. Ну вот, к 12 ночи наконец-то стемнело. Ну, ночью ничего не видно. Вот это город Апатиты. Видите, люди с лыжами в Хибино кататься. Тихо на улице. В Мурманске уезжали, было 13, тут 7 тепла. И снегу тут больше лежит. Ну уж теперь точно до завтра, девочки. Спокойной ночи. Утром увидимся. Ну что вот, все люди добрые спят вокруг меня. Одна я не сплю. Ну, не могу уснуть. Уже он рассветает потихонечку. А я сижу и при фонарике книжку читаю. Вот и утро. Доброе утро, мои дорогие. Девчонки, я не знаю, что такое приключилось, но я не могу уснуть. Не могу. Доброе утро, мои дорогие. Станция Беломорск. Примечательно только тем, что тут выход в Белое море. Хорошо. Утречко хорошее. Снег уже вообще практически так, только в лесу. Ну что, у нас за ночь практически весь вагон. Нет, еще далеко до заполнен. Вот только боковушки кое-где еще пустые. А так все. Вот она, Карелия. Лед не растаял до конца. Вот она, страна тысячи озер. Мужчина вот сейчас сел в Беломорске. Я его спросила, и он мне говорит, что зверье всякое есть. И медведи, и волки, и лисы, и зайцы, и тетерева, и глухари, и утки всякие. О, края какие! 2 километра до Белого моря. Представляете? Маленькая станция. Идель. Вот видите, прям какие памятники.
вон там, там видно домики новые с красными крышами. Да. Поезд это такой релакс. Сутки отдыхаешь без интернета, потому что интернет появляется только на больших станциях. В общем, короче говоря, голова разгружается немножко. Ну, зато есть возможность книжечку почитать. Да и просто так подумать о чем-то. Вот в Карелии сосны, да, как карандаши ровные. Просто не зря строили корабли из карельского леса. Прямо вот как карандаши. Птичка поет. Ну да, конечно, листьев нету. Листьев-то еще нету. Но погода хорошая. Прям порадовал Мурманск в этот раз. Погодой своей. И в Карелии хорошо. Красота. Озера. Рик озеро. Вот, люди подсказывают. Рик озеро. Следующая остановка будет Медвежья гора. Хотел на корешку сходить, а тут как дул юго-запад, реку поднял, заторосил сразу. Конца и краю нет. На море не выйдет. Дело оторвало. А вот это рек-озеро. Тоже рыба есть, наверное, да? Ну, наверное, там надо заглянуть туда вниз. Разбежаться, прыгнуть. Это вот там тянется и тянется это озеро. Уже сколько километров едем и едем. Сколько воды. Крым бы эту воду, а то в Крыму все время воды не хватает. Где снег, где трава? Ну, это трава-то, это брусника. Где ягель? По-разному. Вот Медвежьегорск всегда встречает рыбой. Ягодки. Все. Вот видите? Ой, какая прелесть. Ой. Смотрите, какой тут вокзальчик прикольный. Деревянненький. А погода совсем другая тут. Попрохладнее, пасмурно. Народ страждущий выскочил курить. Стоим хоть подольше. Всю жизнь здесь продают рыбу. Раньше, когда, ну, там несколько лет буквально назад,
и картошку горячую продавали с укропчиком, и всяко-всяко, ну и все продают. Вот таскают женщины, да, целыми днями. Варенье, закатки какие-то. Хорошо, едем, народ активный. Прям мужчины у нас рассказывают всякие истории в Карелии, какая рыба ловится, как кто от медведя убегал, как волки зимой приходят. Интересно. А тоже уже вот два дяденьки едут с нами, ну, пенсионеры. Один живет в Приднестровской теперь республике уже много лет, но все равно приезжает в Карелию-то как. А второй живет из Мурманска в Тверской области, тоже вот приезжал в Мурманск. Все равно скучают, приезжают, хотя, говорит, уже кто уехали, кто умерли, а все равно тянет. Вот так вот север-то он затягивает. Ну, вечером я уже буду в Питере, мои хорошие. Бруснику продают и вяленую рыбу. Да, до диеты я бы, конечно, рыбки бы. Паровоз стоит. Ой, какой дяденька высокий. Ой. Господи, посмотрите, какой он высокий по сравнению с... А вот это вот белое, это Онежское озеро. Подо льдом. И на камнях растут деревья. Камни, камни, камни. Ну что, мои хорошие, чем ближе к югу, тем холодней. Ну надо вот, а? Смотрите, что делается. Снег идет. Петрозаводск, столица Карелии. Он аж шпиль в каком-то тумане. В снегу. Ой. Вот так вот. Тоже паровоз стоит. Я, главное, только уснула. Проснулась от того, что все зашевелились. Поезд тут стоит аж 35 минут. Но зато интернет появился. Ну, я Саше уже звонила. Она меня ждет. Еще ехать 7 часов. Надо же, как погода испортилась, а. Господи, в Мурманске тепло и хорошо, а тут он что творится. Ну ладно, пойду в вагон. Ох, какой паровоз. Красивый. В Мурманске тоже стоит такой, но я никак не дойду до него. Такое ощущение, что мы едем наоборот, на север. Прям снег идет, метель. Вот какой апрель обманчивый. ГЭС старая. Волхов река.
Вот видите, в Мурманске как поздно темнело. А тут уже совсем другое. Это сколько мы проехали? 1100 больше? Откуда? 1200? Откуда? От Мурманска. Не знаю. Ну, если 1400 до Питера. Да, наверное, все 1300. Ну что, мои золотые, время 10:00. Мне ровно час остался. Вот так уже на улице. Темно уже. Худо-бедно доехала. Спасибо, что ехали со мной. Поезде номер 15 Москва-Мурманск, Мурманск-Москва, фирменный поезд Арктика. Ну вот, осталось прям чуть-чуть, в Питере мы уже. Ой, надоело ехать, надоело, не могу я сидеть, ничего не делать. Прям. Ну что, надо уже, наверное, на выход идти. Так. Спасибо большое. Так, где мои встречающие? Хе-хе. Нет. Ой. Давай, 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 давай посидим, покурим, а. Давай. Давай сюда. Вот еще один встречающий. Привет. О, тяжко. Что-то мне показалось. Ну все. Да, слушай, как хорошо вы от вокзала-то рядом живете. Все, мои дорогие, мы приехали. Спасибо вам всем. Сейчас буду отдыхать. Ой, ой, все пропит. Пока-пока, мои дорогие.